Здравствуйте, меня зовут Павел Саверченко, и вы на моем канале. Я снимаю серию видеороликов по путешествию, что путешествовать может каждый, вне зависимости от рода деятельности, возраста и финансового положения. И сейчас я хочу сказать о том, как можно начать путешествовать. А начать путешествовать можно очень просто. И первый способ, о котором я вам сегодня расскажу, это достаточно стандартный, с чего можно начать. То есть, если вы работаете, если вы учитесь, и все время у вас занято этим, то вы можете немножечко подкопить денежек, и когда у вас отпуск, купить самостоятельно билеты. Либо на самолет, либо на поезд, либо на пароход, либо еще куда-нибудь. Какие-нибудь самые простенькие, самые дешевые. Не обязательно даже в страну какую-нибудь другую, не обязательно за рубеж. Можно даже по своей стране. Вот. И покупаете билеты самостоятельно, едете туда, в это место, и там сами самостоятельно ищете гостиницу, хостел или какое-нибудь место для проживания. То есть даже вот эти вот первоначальные самостоятельные действия, которые вы начнете делать с нуля, они уже дадут вам какой-то толчок в том, что вам станет проще и легче начинать путешествовать в дальнейшем. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Встретимся на YouTube.